О, братан, он по три штуки тягает. Красава, бля. Всем доброе утро. Приехали мы на канал в Абу-Даби, на Яс-Айленде. Сегодня у нас очень ветреная погода. Воды очень много нагнало. В данный момент мы находимся на таком вот канальчике. И такой вот идет выход в море. Как бы по идее, по предположениям, должна быть здесь крупная рыба. Но вот сегодня и проверим. Поехали. Вот, кстати, товарищ уже пошел в бой, как вы видите. Начинает искать активную рыбу. Поставил я вот такой вот пелькерочек, который я купил, дайвовский, на 40 граммах. Сейчас будем пробовать, как он себя проявит. Поехали. Течение тут, конечно, хоть и канал, но течение сильное. Походу что-то на дне зацепил. Это не рыба. Не, это не рыба, это я что-то зацепил. А не, он кого-то подбагрил. Ой, смотри, какой у него крючок. Друзья, смотрите, какая рыба. Я еще такого не видел. Охренеть. Да? Да. Крючок такой, дальше у нас шип такой опасный. Она такая. Так смотрите, какая рыба. Я не знаю, что это такое, но такой у нее шип опасный, чтобы она не какая-то не ядовитая там была. К чему я веду? Значит, если первая рыба, значит, приманка ей это интересно. Только, ребята, у меня, правда, спиннинг 7.28, оно как бы тяжеловат этот пилькер для этой палки, но поколоем, чем есть. Знаешь, что говорят, что если с первого заброса ловишь рыбу, плохая примета. Но я ее не поймал, я ее забагрил. Ты что, это чуть-чуть другое? Так. Закинули. Даем ему упасть на дно. Делаем такой резкий отрыв и пошли резкие
обратно даем упасть на дно. Что ты делаешь? Куришь? А ты этот вобер достал? А ну да, я засниму. Вот, друзья, Али у нас тоже купил такой воблер, ой, воблер, пилькер такой приобрел. Только у меня зелено-желтый, а у него такой он розовенький. Ну посмотрим, посмотрим. Тоже на 40 граммах. Держи, боец. Ты пилькер кинул, братан? Вот так, смотри. Закинул. Когда ему обязательно на дно упасть? Упал на дно. Упал, да, делаешь такой первый подрыв такой чуть-чуть. Чуть-чуть выше, и потом вот такие резкие. 5, 6, 7. И даешь ему обратно упасть на дно. Во. Дай ему на дно упасть, да. Да, теперь, ну я не знаю, ты должен чувствовать, упал он на дно или нет. Не-не-не-не-не, не упирай сюда. Кистью работай. Смотри на мою руку. Смотри. Раз и пошел. То есть они уже резкие даже. А у тебя они вот такие плавные. Они уже вот такие, смотри. Во-во-во. Только ты не телом не двигай. Ты кисть. Ты ж не на дискотеке, что ты телом двигаешь. Ты кистью двигай. Во! Так, пойду я еще, друзья, кину в другом месте. Буду цеплять, наверное, воблерок. Ой. Там главное на мост не закинь. Друзья, перешли мы на другое место. Тут такой же выход в море, как можете видеть. Тут, конечно, ветерочек посильнее. Друзья, вот я обратно подбагрил какую-то рыбу. Это такая же самая вот эта колючка. Вот так она выглядит. С таким шипом. Реально не знаю, как она называется, но в руки ее брать не хочется.
Такая вот рыбка. Не, ну в аквариуме бы она неплохо смотрелась. Вот, друзья, стоим мы на этом канале. Вот какой-то катерок едет. А, это рыбаки. Я думал, рыбинспекция сначала. А это, оказывается, рыбачок какой-то. Да не, ну конечно, блядь, на таком моторе можно ездить, блядь. 115, ёпты, блядь. Так, друзья, значит, на пелькирок у нас не клюет. Поставлю я, наверное, старый проверенный воблер, на которого я ловил трывали. Трывали. Или не, поставлю я еще вот этот пелькирочек, легкий. У меня есть такой легенький, 17 грамм. Его еще попробую. А вдруг на нем просто не будет так палка проваливаться. Конечно, он на этом тесте поинтереснее летит. Что-что? А вот Али у нас смастерил вот такую снасть. Ох, ёпта, она длинная такая. А ну, поближе подойди сюда. Вот такие, видите, самодурчики покупные. Сейчас он пойдет на мост, попробует что-то подергать. Давай, братан, кричи, если что. Так, что-то наш пилькерочек не работает. Попробуем мы, наверное, проверенный воблерочек, на котором мы ловили трывали в прошлый раз. А, кстати, мы до этого уже были здесь два раза, но камеры у меня с собой не было. И видео мы не засняли. В последний раз мы поймали, наверное, штук 6 трывалей. Такие где-то размера до 800 грамм. Ну, как бы по местным меркам это мелкая рыба. Тут в основном такую не ловят, тех, кто умеют. Но мы не умеем и ловим то, что можем. Пока что. Такой сейчас воблерочек попробую. Затвичим. Видишь, здесь не такой, как у нас в Украине с паузами. Здесь закинул и пошел. Резкие удары с подмоткой катушки. Примерно как у нас волкерами ловят на поверхности. Вот так же самое здесь. Примерно такая же самая техника. Так, ладненько. Поменяем воблерочек. Попробуем еще на такой.
Не хочет, не хочет. Вот тоже, ребята, такой вобер купил. Юзури. Long Cast S. Такой вот. Тоже он по типу ратлина, такой тонущий. Дернул, дернул, он как ратлин. Вниз падает. Сейчас на него попробуем. Короче, друзья, извиняюсь за ветер, пока я тут ловил, он Али поймал вот такую вот трывали маленькую. Молодец. Снимай. Короче, он использует вот такой вот метод ловли. Тут ветер, конечно, блядь. А ну покажи, продемонстрируй. Как ты это делаешь? Значит, получается, она есть. Хочет брать. Шо? Только что было что-то? А ну покажи, на что ты ловишь. Вот, друзья, у нас Али на такой вот самодурчики такие ловят. Ветер. Вот он только что три рыбы сразу поймал. А ну давай. Покажи мастер-класс. А я свой пелькерочек, говорится, рядом опущу. А вдруг? Вот такая вот у него техника. Он на дно опустил грузик и дергает. На падение взяла или на подрыве? На падение. На падение, да? Значит, грузик нормальный. Вот пелькерочка запустим. Ну покажи, что ты там. Вот это красавец. Вот это красавец. А ну. О-о-о. Кормилец. Да, маленькая, но маленькая. Еще? Красавчик. А ну! О, молодец! Братан, бобера дорогие, классно! Красава! Тебе надо было щипцы мне тебе принести. Мелочь, но приятно, да? Хотя бы! А ну ж покажи в пакете, что ты там наловил. Ладно, давай, потом покажешь. А ну давай, дай мне мастер-класс. Это же спиннинг я буду брать. Вот так он опускает на дно и пошел. Как на драчку. Знаете, что такое снасть? Драч. Браконьерская. Но это не браконьерская, это здесь можно вот такое ловить. Есть, да? Только она именно
О, тихо, не спеши, не спеши, не спеши. Вот мы что-то хорошее поймал. Ничего, 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 ничего. Под... зацепил, мне кажется. А не зацепил, там рыба была. Ты не, просто... не, подожди. Стой, дай, дай. Куда-то залезла рыба. Она тебя завела за свай. Что ты к ней так близко подошел? Братан, ты сильно близко к ней подошел. Ты зацепил, рыба, да, была? И она завела. Да. Но она хорошая была. Уже она... Ну я, блядь, оборву сейчас. У меня вообще вон там. Ты смотри, ты на будущее, ты близко к свае не подходи. И вот тут надо было вот там вот встать. Вот это опустим, там рыба есть. Отпустим леску типа? Да. Уже никак рыбу уже снасть не оторвать. Я просто не вижу, где она зацепилась, понимаешь? А, вот там, вот там. Братан, ну там она за мост завела или что? Это рыба крупная, братан. Да? У меня леска вообще вон там, грузик вон там, он тяжелый. Так не, ну там вот двигай, ты... вон там, братан. Ты ж не забываешь, что ты течи. А ну на. Держи в руках. Ой, друзья, не знаю, что мы поймали. Держи, держишь? Да. Я гляну с той стороны, если не зацепилась, то я понимаю, что там рыба. Но с этой стороны я не вижу ни леску, ничего. Спеши, лови. А когда ты отпускаешь, оно уводит дальше, да? Ну, я имею в виду. Я имею в виду, смотри, я сейчас леску отпущу. Братан, только не упади, я тебя прошу, пожалуйста. Заглянуть бы под мост, оно завело туда или нет? Не, ну признаков рыбы я не вижу. Оно не дергает, оно тупо как... Не, сейчас не дергает уже. Да я вижу, я вижу. Можешь попробовать сюда спуститься, если не боишься? У тебя в карманах ничего нет? Только сюда спусти, вот тут, братан. Иди сюда, скажи, что если упадешь, блядь, в воду упадешь. Плавать умеешь? Точно? То, если что, туда плыви, понял, на берег. Только аккуратно, не спеши, братан, не спеши, не спеши. Ой, друзья, я не знаю, что мы поймали. Опустись туда спокойненько, присядь там и заглянь. Все? Вообще, все. Та грузик, то хер с ним, братан. Та грузик можно привязать. Вот, короче, друзья, к нам идет какой-то чудак. Я его сейчас не снимаю. Не знает, что он хочет, или лицензию, или еще что-то. Он нам сигналил, да. Кто это такой, я вообще не... Так, чик, понял. И оно так на удавке. Все. И все, грузик защелкнул. Hello, man. It's not road, it's blocked. I mean if you want to go around? Yeah, I want to go there. Before I go, no close this one, huh? I don't know. Yeah, now it's closed. Maybe you can go. But from other side, there's nothing. You other side? Go there? I don't know. We don't know, man. I've never been on other side. Короче, друзья, это было не милиция полисмонов, мы думали, что милиция, думали лицензию показывать, потому что у меня лицензия есть, а у Ли лицензии нету, и мы хотели показать, что типа только я один. На, давай, показывай, как надо, болельщикам.
Бля, вот там тот чудак ходит, он с пакетом, бля, чтоб я сейчас пойду, чтоб он ее обратно не подвешил. А то он, бля, гребется, что видит, да, бля? Да. На падение она ударила, та рыба, или на подрыве? Вот непонятно, это... Есть? Тихо, не спеши. Вот тоже, да, что-то? Я боюсь. Все, не спеши. Ну, видишь, что он творит, а? Давай, 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 давай. Хе-хе. Вот, рывали, маленькая. А ну, покажи, стой. Вот такая вот рывали ловится с моста. На, лови. Вот такая, друзья, рыбка. Маленькая. Буду, ты лови, а я буду за вещами с ними. Давай. Видишь, значит, здесь она клюет. Слышь, ну а что он не хочет на этот клевать? Я не могу понять, да? Да, на воблер, не на пилькер. В тот раз, помнишь, нормально было? Ну что-то клевало, да. Да. Я говорю, мусу можно теперь на такую рыбалку брать, да? А? Мусу, хай удочку покупает, да? Вы ему видосик покажет, скажет, братан, все, вот теперь покупай себе удочку и можешь идти с нами. Покажем ему боевой комплект. Были мы здесь неделю назад, пробовал я джигу, вообще безрезультатно. Что только не пробовал, и ультралайтом пробовал, и тяжелым джигом. О, братан, блядь, сошла, блядь, что-то было что-то неплохое, хорошая рыба была. Итак, друзья, перешел я на другое место, сюда, под другой мостик, вдоль канала. Хочу попробовать здесь. Здесь я видел рыбачков местных. Они здесь что-то ловили, что-то твичили. Хочу здесь попробовать. Использую я пилькерочек. У меня перед этим была поклевка. Я, наверное, рыбу подержал, ну, секунд 5. Ну, что-то было хорошее, потому что фрикцион жужжал. И она потом просто слетела. Я, наверное, ее не засек. Сейчас мы, друзья, идем к Али на мост. У него тут новый товарищ, араб какой-то, парнишка. Вот, кстати, тоже он поймал рыбку вот эту маленькую. Тоже дубасик. Hi, man. Hi. Did you catch something? Yes. Too much? No, not much. Can you show me? Yes. Ah, like this. Yes. He caught one. Really? Yeah. Did you teach him? He was here last year. Yeah, I know. Yeah, this
He bought these new things for fish, and now she's she's winner. Sorry, he bought this thing and he is winner. Шо, братан? Пош... Ну, сними, верни ему. А ну покажи, что ты поймал. Давай. Так, друзья. Друзья, вот у нас здесь Алина сопал рыбы какой-то. Маленькая такая, маленькая рыбочка. Как раз пожарить, покушать то, что надо. Да, братан? Покушать то, что надо. Морская рыбка солененькая, она очень вкусная. Вот такой вот у нас красивый здесь вид, друзья, с моста. Выход в открытое море Персидского залива. Но оно, к сожалению, сегодня трофеев не принесло. Ничего, в следующий раз поймаем. На то оно и рыбалка. Так, друзья, спасибо всем, что нас смотрели. Вот, как говорится, мы после предыдущей рыбалки Али сделал выводы, и вот он наладил с рыбой, наконец-то. С чем я его поздравляю. Я сегодня поймал ничего. А нет, забагрил пару штук каких-то маленьких. И какой-то у меня сход был такой, неплохой какой-то рыбы такой. Не знаю, я ее подержал секунд 5, фрикцион начал работать, и потом она ушла. То есть, что это за рыба, я как бы... не предполагаю. Наверное, трывали или барракуда, скорее всего. Ну так, ладно. Спасибо, что смотрели. Как говорится, там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.